Всем привет! Сегодня мы начинаем играть третью миссию в компании Некрополиса. Миссия называется «Вторжение». Теперь перед Маркелом стоит новая задача – раздобыть еще три артефакта, необходимые для создания одеяния вампира. Это посох преисподней, плащ смертоносной тени и кольцо грешников. Чтобы получить артефакты, ему необходимо захватить серебряные города и победить трех великих магов, каждый из которых владеет одним из элементов одеяния. Бонусы: вампиры, золото, нечестивые. Нечестивые у нас есть. Возьмем вампиров. Этот идиот Сайрус разделил одеяние вампира на четыре части. Амулет некроманта у меня. Осталось раздобыть кольцо грешников, плащ смертоносной тени и посох преисподней. Так, у нас Изабель и Маркел. Так, два города, Мутинопорядка. Некрополис. Посмотрим, что здесь есть у нас. Стрелки и зомби уже построены. Амику поставим. Здесь что есть? Здесь ничего нету. Кузнецы, рынок, крестьяне. Крестьяны, чтобы они денежки нам приносили. Лучники. Так, Изабель, я не буду нападать. Пускай некромант придет и пробивает энергию темную, преобразует в лучников. Много. Карда. Тут у нас джины и... Охраняют они кого-то. Так, нам надо для начала шахты захватить, чтобы вести строительство свободно. Сорок лучников всего. Четыре лучника у нас. Терять нам нельзя. Поначалу. Отвлекающий маневр нужен. Главный герой у нас больше урона наносит, чем армия. Так, подставиться, чтобы они здесь зажались и не лезли к стрелкам. Такие пока что для нас большеватая армия. Магии их не пробить. Так, замедление на них действует или нет? Не действует. Ослабление, шипы,
Кстати, можно физическим уроном наносить. Небесный щит. Так, где у нас физический урон? Кулак. Вот. Физический урон, поэтому магическая защита не играет роли никакой. Големами расправились. Лич охраняет наши кореша. Немножко не хватило хода. Так, таверна, по-моему, здесь была. Сразу я не догадался, нужно было. И передать усиление. Так, что здесь надо? Бесплатно уже дают. Хорошо. Воспользуемся этой возможностью. Повелитель воли. Будем чуму накладывать теперь. Стоит. Так, если там кого еще конвертировать возьмем. Принять. 26. Нормальная армия. Так, этого товарища можно отправить на лодке. Чужих нежить согласно уровню. Вот эта тема. Тогда есть смысл людской замок отстраивать. И будем конвертировать в одинаковую армию всех. Который есть смысл посетить. Так, родные юниты. 4, ладно, не будем время тратить. Заклинание. Орда еще привидения.
Сера. В чем ресурсы здесь нужны? Таверна, кузница. Так, еще в первом замке еще надо героя взять. Пускай собирает ресурсы, чтобы главным героем не этим не заниматься, и, соответственно, нам наиболее быстро зачистку территории проводить, соответственно, развитие. Смогут плавать быстрее, это хорошо. Дальше смогут плавать. Хорошо. Что там интересно? Привидение, нормальная толпа. Сектант морских эльфов. Секстант. Увеличивающий дальность перемещения. Так, нам надо. Собираем. Золото. Решить проблему с деревом. Сразу их портануть, что ли, чтобы не запекать. И потом еще. А может быть, уже не будет необходимости возвращаться. Давайте сразу их атакуем. Создают стену. Урон существа в области нескольких ходов. 480 нормальный урон. Хижину посмотрим, что он нам покажет. Он нам показывает города. Зият. Бахия.
Тихо. Так. Получить. Построим ратушу следующих вот лучников. Ресурсы собираем. Артефакт сразу бы передать. Ладно, не будем я главным героем шаг делать даже в сторону. Так, вода обычно много дерева содержит. Сундуков. Много. Так, тут у нас вампиры. Так, вампиров уберем. У них маленький стык, тяжело их восстанавливать. Вот так вот сделаем. Так, подальше, чтобы огненный шар два стека не накрывал. Хотя это у нас кто? Обычные маги. Нет такой плюшки. Осталось, я думаю, что можно уже восстанавливать личи. А кто там у меня были личи или архиличи героя? Нет, я видел, там можно обычных восстановить лучников. Так, это у нас шахта. Вот у меня тут есть товарищи скелетов лучников переведу, будет эффективнее. Дерево, особняк вампиров. Улучшение максимальное. Замок построить нельзя. Так, вампиров надо построить, будет еще успеть. Полторы тысячи. Уже 3000 плюс 10 дерева заход. Так, это мне нужно в
лучников перевести. Хорошо. Этих товарищей взять. И уже неплохая армия. Вампиры высшие. Где-нибудь найти повышаловку. Улучшающую. Преследовать, оставить покоя. Оставить покоя. Так, этих принять. Я рад. Будет больше скелетов. Золото. Так, здесь нам надо вампиров поставить. Людском. Казармы построить. Взял на приведение. Казабель здесь соберет. Так, надо покрасить нам. Внешнюю нанималку. Бежим собирать ресурсы. Так, Изабель собирает ресурсы. Шахту первым делом. Все закончилось, ходы. Так, это край. Получаем некоторое количество. Уже 170 у нас. Казармы построим. Форт Грифонов. Сесть мечников. Мечники — это потенциально стек зомби. Кондиционные стеки. Так, это надо везти в город на модификацию. И мне бы еще одного героя нанять, чтобы рядом плавал. Здесь у нас таверну я еще не строил. Ладно, так, этого поведем в некрополисский город. Трансформировать юнитов.
что я один плаваю здесь, похоже. Так, Изабель заканчивает сбор. Дадим ему армию. Не хватает хода. Так, здесь мы построим таверну, чтобы нанять героя, чтобы посадить еще одного в плавание. Хороший артефакт. Это нападение инициативы больших существ. Нападение защиты на 2 уменьшает скорость существ армии на 1. Для стрелков не критично. А если... Тактика нападения тогда не очень. Так, уже у нас денег много накопилось. Так, нам надо берег найти, где высадиться. Место высадки есть. Нужно драконов присоединить. Плюс скелеты есть. Так, на этом острове ничего нет. Он так формально получается. Хижина ведьмы. Шахта. Плюс 1 знание. Для нас это очень интересно. Так, Изабель дает армию, передает. Герой бежит трансформировать его в армию Некрополиса. Второй уровень, я думаю, стрелки. Ладно. Не страшно. Что нужно построить? Тут серы, камни сера нужны. Так, выкупим колхозников.
тут уже группа. В принципе. Так, еще одного на воду отправить. Чтобы Маркел не занимался ерундой. Да, наверное. Потратим еще 5000. Золота не хватает, да? Сейчас мы найдем золото. Сундук далеко плыть. Грузимся. Забыли, пускай сидит в замке. Так, конец хода. Так, похоже, к этому замку отсюда можно пройти быстро. Успел развиться. Пытаемся сейчас проплыть и максимально засветить это. Есть ли здесь выход сразу к нему? Еще один артефакт, возможно. Так, максимально в эту сторону поплывем. А мне надо на этот остров. За кристаллом повышающим. Повышающим знания. Я могу подплыть, получить и еще успею высадиться на берегу. А здесь можно высадиться напрямиком. Хотят они нас отрядом ракшас испугать. Также и здесь можно высадиться. Колоссы, даже не титана. Так, плывем.
вампира на улучшение. Привидение тоже на улучшение. Так, давай беги обратно. Так, с той стороны меня. Мне бы заход бы все сделать и вернуться, но похоже сесть обратно на корабль не успеваю. Один, похоже, уже собрался ко мне плыть. Так, что тут у нас еще? Еще не всех забрал на улучшение. Улучшение и модификацию. Вперед. Так, здесь мы вроде взяли, здесь мы не брали, здесь тоже не брали. Теперь пускай сидит. Лишнее бегать немного пользы особо не принесет. Что здесь изучается? Не показывает, что тут изучается. Так, что тут самоцветное? Да, не успею я вернуться, поэтому будем собирать ресурсы. Хорошо, только где серу найти? Так, тут какая-то шахта. Заброшенная. Неопознанная шахта.
75, маловато по команде. Снабженец нас наш носится. Все ноги стоптал. Так, что-то опять ничего я построить не могу, да? А здесь у меня построено. Максимально. Сыпальницу можно построить. Камней не хватает. Еще плюс знания, еще плюс защита. Проверим. Это два выхода или там где-то еще вода есть? Что небольшая армия у них. Так, что здесь у нас есть? Уменьшает стоимость заклинаний половину, но это серьезное заклинание. Каспар посмотрит, что у нас в этой бухте. Здесь мы все собрали. Можно проплыть дальше, чтобы засветить кусок территории. Подбираем товарища. Огромная армия, я бы сказал, для второй недели. Так, камней не хватает, ничего нельзя построить. Так, это мы ныряем в водоворот.
же здесь только... Сделаем паузу и закончим первую часть. Продолжение смотрите во второй части. Всем спасибо за внимание.